В День города на площадке возле Центральной районной библиотеки. С большим успехом у детей и взрослых прошли развлекательная программа «Летний дворик возле библиотеки» и игровая программа «Разноцветная палитра природы». В День города Центральная районная и Центральная детская библиотека решили посвятить программу в честь года экологии. Поэтому Центральная детская библиотека проводит развлекательную программу «Летний дворик возле библиотеки». И ребята могут принять участие в игровой студии «Юные натуралисты». Они откатывают вопросы по животным, о природе, о плодах и фруктах, о бабочках. Могут пройти по экологической викторине «Зеленая тропинка» и познакомиться с выставкой, книжной выставкой «Мир глазами эколога». На специальном мастер-классе «Природные фантазии» ребята из творческой мастерской «Креатив» при Центральной детской библиотеке учили всех желающих мальчишек и девчонок делать поделки своими руками. В рамках игровой программы «Разноцветная палитра природы» дети и взрослые писали свои пожелания от имени природы. От зайцев, от ежиков, от муравьев, от любых представителей животного мира и развешивают это все на дереве. Сотрудниками библиотеки было подготовлено огромное количество вопросов и специальных материалов для садоводов и огородников. Очень много вопросов приготовлено на выставке игре «Удачи на даче», где представлены книги не только по консервированию, по тому, как можно ухаживать за своим садом и огородом, что там можно сделать экологическую защиту своих деревьев. Привлекали гостей и площадки с различными викторинами. Ребятам и взрослым очень нравится отвечать на вопросы викторины по кулинарии, истории кулинарии, о том, как разные фрукты и овощи пришли к нам в Россию, и угадывать рецепты и приправы. И шанс викторина «Чудеса в Лукошке» тоже ребятам и взрослым было предложено отвечать на различные вопросы по лесным загадкам, загадкам о животных, о животном мире. На мастер-классе «Природа вдохновляет» дети с большим удовольствием изготавливали поделки из бумаги и салфеток, из пластиковых бутылок. Отметим, в мероприятиях, организованных сотрудниками Центральной районной и детской библиотеки, приняло участие большое количество взрослых и детей. Народу было очень много, у нас даже уже кончаются призы. И дети некоторые по второму заходу приходят, потому что им нравится. Они говорят, нам нравится участвовать вот в этой клинике, вот в этой, вот в этой. И, естественно, они работают не только за призы, но и за интерес, потому что вопросы интересные. Они говорят, я уже отвечал на эти вопросы, можно я перетяну другой. Ну, вот хорошо, что существует много площадок для детей, и для взрослых. Стоит отметить благоустроенная площадка возле Центральной библиотеки, на которой были расположены игровые зоны и подготовленные организаторами разнообразие мастер-классов, конкурсов и викторин. Представленная книжная продукция позволили большому числу артемовцев всех возрастов и гостей города получить знания и море положительных эмоций.